Привет всем, привет всем, привет, 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 с вами Лига Music Wars. У нас, ребята, 2 часика осталось до конца подземочки, соответственно, у нас 861 место, 1000 очков. В общем, я попадаю на последнюю акцию с 22 до 23, соответственно, будем искать Iron Maiden, то есть, если выцепим ее, все будет весело. В общем, жду 4x, и как я всегда говорю, то есть я все сундуки открываю именно на 4x. Звезд у меня нету, поэтому ничего докупать я не буду. Это я сейчас еще на быстром открою, ребята, эти сундучки, посмотрим, сколько лопат в общей сложности, и подойдем к итогам, там я все уже подведу. Ну, открываем сундуки. Ну вот, у нас осталось, короче, 12 минут, ребят. На все про все у меня ушло 40 минут всего этого, всей этой радости. В общем, там на видео вы смотрели, я потратил, ребята, 1 200 000 кредитов. Плюс я еще раз потратил 300 и сейчас еще 300 слил. Ну, не дай боже, ограбят. То есть, так что, как бы, это не есть гуд приятно. В общем, за всю эту радость, ребята, я на 301 месте. Я потратил здесь 100 звезд. Ну, то есть, мне просто была такая необходимость.
Потому что сейчас, пока я под бафами, мне спускаться легче. Сейчас бафы спадут, будет сложнее. Плюс у меня супербосс еще вышел. У меня хоть одна есть лопата, но бить я его не буду. То есть я подожду, пока все лопаты восстановятся и пройду до конца еще 77 этаж. Соответственно, в зале славы, ребята, у меня рекорд 76. То есть я предполагаю, что у меня будет 77. Вот. Для меня как бы тоже хороший. В этот раз много лопат накопил. Получилось очень классненько. Так, сейчас мы что-нибудь съедим. Давайте съедим один вот так. И покажу вам. Так, у меня 3 Грэмми здесь. За все про все. Дальше, ребят, выпало мне, получается, 6 энергетиков, таких 8, потом 8 боев по 4, ребят, и 216 боев я вытащил чисто с самой акции. Ну вот, а все говорят, надо долго играть, чисто бить. Вот, ребята, реально 1 час активной игры, и вы, соответственно, на 300-м месте. Но поверьте мне, это получается сверху от меня, там одни донаты. Мне туда просто не пробиться. Но если вы играете на более низких уровнях, допустим, как я играл на Докторе Стриме, это один, ну, на 11 уровнях, то вы, ребята, в сотку войдете вообще без проблем. Даже если вы играете на 25-х там уровнях, такая же система. Так что хвастайтесь внизу, какое место заняли. Пишите, будем сравнивать. А, кстати, да, и пишите обязательно, ребята, ваш уровень, чтобы можно было точно знать, что без проблем можно пробиться в 250, что я, к сожалению, не сделал. Всем спасибо, кто смотрел, ребят, ставьте лайки, жду ваших комментариев по поводу ваших мест. Ну, а я буду добивать свой рекорд на 77, это будет на следующий час.